Вот такой шара мелкий клюнул. Сейчас будем его отпускать и ловить дальше. Взял вообще недалеко от берега. Друзья, с вами Сан Саныч. Мы в таком вот я легко узнаваемом для тюменцев месте. Ходят теплоходы, какие-то баркасики. Решил покидать. На крючке воруна 5 грамм, сейчас буду ставить больше, но уже была одна поклевочка. То ли не крупная щучка, то ли окушок. Кинул прямо перед собой. Была поклевка, но видно, не засекся. Будем пробовать еще раз. На крючке всего 5 грамм. Ну, посмотрим. Если будет мало, будем увеличивать. Есть зацепы сразу на первых забросах. Получил пару зацепов, просто, правда, выпутался. Не оторвал приманку. Не знаю, волны нам будут мешать или нет. Будем кидать туда дальше. Но здесь, наверное, бесполезно. Скорее всего, поклевочка окуневая была. Но еще и дождь пошел. Все замечательно. Придется выключить камеру и спрятать. Конечно, если кого-то словлю, обязательно на телефон сниму. Русло куда-то, там стоял окушок. Будем пробовать приманки, груза, дальность заброса. Падает и падает. Падает и падает, 16 грамм, говорю. О, упал. Секунд 5 падал. А теперь выход. Охереть. Только есть там сейчас кто-то или нет? Вопрос. Упал. О, и есть поклевка. Кто-то долбанул на поролонку. В ямище. Опа, не хочет идти. Не крупный, но не хочет. Не крупный. Эх,
Кто это у нас есть, еще не выходит. Ну-ка, выходи. Судачок. Судачочек. Не крупный судачишка. Но. Вот такой вот судачок на поролонку. 16 грамм с ямки. Висит на честном слое. Сейчас мы тебя отпустим, разбойник. Ну-ка, докажись. Вот он во всей красе. Иди. Не зря перешли. На одном из подрывов долбанул судак. Стоит двойник. Но он зацепился за один крючок. Еле-еле. Молчишь-то? Нет? Нет, меня позвать. А ну-ка это. О, ёшкин матрёшкин. Щукарик. Пасть порву, моргал и выколи. Тута? Догнала? И это хорошо. Тоже зацепы. Те же самые зацепы. Да такой же выход. Каменистый.